Как думаете, кто был самым кровожадным боссом? Я точно могу сказать, кто был самым глупым боссом неаполитанских бандитов. От имени всех торговцев района мы просим вас сделать нам скидку на ваши услуги. Какую скидку? Да так, совсем небольшую. 20%. 10%. Зачем тебе заниматься этим? Я сам пойду и убью его. Данина не дурак. Вообще-то, обычно так бьют ножом. Он хороший. Я тупой, я дурак. Это же Тина, ваша дочь. А это что за придурок? Он же сын судьи. Не понимаешь, что это за люди? Бабушка! Не могла найти себе какого-нибудь бандюгана, как остальные девушки на районе. Перес, Перес, сюда, сюда. Чтобы не было никаких стрессов. Никаких стрессов. Данина, констатирую, ты дурак. Я с ним нянчился, как с ребенком. Баю, баюшки, баю. Не ложись на краю. Что вы делаете? Колыбельную вам пою, чтобы вы уснули. Капитан, вы должны мне помочь. Я стараюсь. Танина, шлем! Расслабься, никто его не тронет. Пытаюсь сделать все правильно, но... Угнали скутер. Но хоть шлемы остались. Это непросто. Он сейчас упадет. Плохо мне, плохо. Нет, нет! Не фартит мне. Оставлю здесь. Последите одним глазком. Не в этом смысле. Просто приглядите...